Итак, в Ладожском полдень. Понедельник, полдень, светит солнышко. Ездят велосипедисты, гуляют девушки. Море вообще классное. Во всяком случае, с утра было. Сейчас мы проверим, какое оно после обеда. Ну, как видите, достаточно оживленно. Не скажу, что прям лето, но оживленно. Купающиеся на сей момент отсутствуют. Ну, во всяком случае, я не вижу. Паяют трубы. Сказали, что это вода. Но, правда, я не знаю, зачем тут вода. Куда? С таким диаметром. Тут сантиметров 30 диаметра трубы. Хотя, кто его знает. Достаточно протяжительная такая. Продолжительная, протяжительная. В общем, сами подберите слово. Труба получилась вдоль набережной. Сейчас покажу, его как раз паяет он, парни. Очень даже похоже на ширину причала. О, длину причала. Может быть. Но я не утверждаю. Зачем столько воды на причале? Не знаю, но Москва. О, купающиеся есть. Есть все-таки вон там, он подальше. Ну, в общем, увидим попозже. Увидим, если она есть, то для чего-то же она нужна. Может быть, это какой-нибудь нефтепровод тянут. А может быть, бильярдные какие-нибудь шары там будут катать. Бог его знает, я не знаю, для чего это. Купающаяся, судя по всему, дама уже вышла из моря. Да, кстати, на море опять начинают, на причале начинают устанавливать эти фонарики. Здесь меняют навес. В общем, все благоустраивается потихонечку. Конечно же, не в тех объемах, которые нам бы хотелось видеть. А нам бы хотелось видеть, чтобы все было красиво и хорошо. И набережная в том числе. Ну, пока вот так. Пока вот так. Возможно, все ждут генерального плана. Хотя вот набережную вроде бы как утвердили, все там было. Центральную ее часть, насколько я знаю, точно. Вот до Гренады. Изменений на сей момент нет. Вот и труба есть. Нам всем пришла, как говорится, труба. Нам всем. Такая серьезная трубища, скажу я вам. Светит солнышко, мелкие гуляют, ну а я буду заканчивать этот ролик в районе отеля Шторм, да и потопаю обратно. Есть дела уж, прошу прощения, некогда мне особо снимать ролики, куда-то ездить, выезжать. Да, он фотографируется там, там и парень, и девушка. Отдыхают, народ отдыхает, загорает. А чего, ветра сильного нет. Солнышко припекает, можно гулять. Я вот лично сейчас в Олимпийке и футболке, я снял, куртку оставил в машине. Смотрите, сколько много народа, я и не ожидал тут столько встретить сегодня. Мидии по 429 рублей были летом. А это бело-серый край. Ну, наверное, один из самых красивых домов на прямо на набережной. Очень, ну, даже красиво получилось. Чулюнтана, Андриана и велосипед. Ну что, я даже пошел дальше, прошелся, чем вам обещал.
Поэтому на этом говорю вам всем пока. Привет из Лазаревского. А купающиеся уже одеваются. И не собираются плавать, поэтому не покажу вам, как народ плавает. До новых встреч в эфире.